Здравствуйте, мальчишки и девчонки! С добрым утром, ребята! В эфире наш «Покажи класс!» Филя, я вижу, что ты собрался на рыбалку. Нет, не я. А кто же? Мы! Ты тоже пойдешь. А иначе кто мне червей поможет накопать? Да и вообще, мне компания нужна. Я, Каркуш, тебя приглашаю. Неожиданно. Никогда не была на рыбалке. И мало что об этом знаю. Да ничего страшного. Посмотри видео от нашего первого конкурсанта, и все станет ясно. Вздыхали рыбаки. Разве это судаки? Раньше вытащишь, бывало, хвост, бывало, с полруки. Эх, вздыхали судаки. Раньше были червяки. Червяков одним бывало, наедалось полреки. Эх, вздыхали червяки. Раньше врали рыбаки. Мы послушать их бывало, сами лезли на крючки. Да, забавное стихотворение. Мне понравилось. То ли еще будет после настоящей рыбалки. Ой, уже не терпится тебя научить. Ой, хорошо, сходим непременно. А пока предлагаю посмотреть на необычных друзей-музыкантов. Вот это дуэт! Да, молодцы! Дружные ребята! Верно! Оказывается, кошки и собаки вовсе не враги. Конечно! А продолжит программу Тимофей с шуточным стихотворением. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел утром на кровать, стал рубашку надевать, рукава посунул руки. Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Друзья, какие же вы молодцы! Благодаря вам получился классный выпуск. Ждем от вас новые видео. Снимайте и присылайте на наш конкурс. Мы всегда ждем их с нетерпением. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Карусель».